Дорогие наши мужчины, от всего сердца, от имени всех женщин Белоруссии, от имени всех женщин нашего дома, я поздравляю вас с вашим праздником, Днем защитников Отечества. Я желаю вам много-много любви, потому что мы вас очень любим. Я желаю вам много здоровья, и оно понадобится в борьбе за светлое будущее нашей страны. Я желаю вам оставаться такими же сильными, чтобы мы могли опереться на ваши плечи или на ваше плечо, на плечо каждого. Я не поздравляю с этим праздником сотрудников милиции, потому что считаю, что они не являются защитниками нашего Отечества и нашей Родины. Но всех наших мужчин еще раз праздником. Мы вас любим, и я от всей души желаю вам, чтобы в этом году наконец-таки пришли перемены, которых мы все, всей страной очень ждем.